У меня был случай в школе, когда чел, короче, ну такая небольшая предыстория, короче, мы пофайтились с челом 2x2 с моим одноклассником против каких-то тоже других челов. И реально пофайтились. Значит, меня там разнимал физрук, еще кто-то. Ну, в общем, короче, до следующей, через неделю один из челов, с которыми мы пиздились, он взял и повесился в школе. Нормально? Ты серьезно? То Я не есть знаю, что он уже случилось. мертв, да? То есть? Да. Его, короче, нашли дома. Он, как я понял, ну, там расследование было. И, короче, он, походу, решил порофлить в скайпе. У него все уехали из дома, он тоже в доме жил. И, короче, он, ну, поставил табуретку, что-то завязал сверху там, да, и в скайпе вел видео, ну, с кем-то видос это делал. И, ну, короче, и, походу, в натуре упал и суициднулся. Я не понял, что вообще произошло. И, в общем, короче, на уши поставили вообще всю школу, всех вообще, типа, что мы все хуесосы, что мы там, ну, якобы его дотолкнули на Слушай, суицид. может быть, он другое хотел сделать? Знаешь, На как мыло по... упасть или что? Нет, знаешь, типа... Не, ну знаешь, вот мы смеемся, а реально чел умер. Ну вот Ну, серьезно. может быть, он Дебил, там... ну в смысле? Не, знаешь, такая есть, типа, тема для особых... Там как Острых ощущений, мясничий, типа... что-то такое, да? Нет, блин, вот... Типа, называется удушливая мастурбация. Ну, А, когда ты одеваешь костюм простите. Бэтмена, одеваешь себе, значит, это самое, ремень на шею, душишь себя и мастурбируешь, это твой оргазм Не обязательно танцуется. ремень, Это как бы, какой-то как там тебе собачий нравится. или кошачий кайф вот это вот, да, из Почему этой вы это серии? знаете? Ну, это из Саус Парка же прикол, или Да, помните? короче, помню, у нас кто-то когда-то, кто умер в школе, он... Там, ну, вообще, эти были такие времена забористые, типа, ни компьютеров, ничего, все как бы бомжи, и дети развлекались там, на улице, еще где-то. Вот, а там пачка детей развлекалась, короче, она по лифту, ну, как бы забиралась, типа, в шахту лифта и катались, типа, сверху по крыше. И... Раздавил он на последнем. Не, не раздавило, он, короче, упал, Во-во, он подожди, еще был, нашел. он был еще жив, и, типа, все зассали, убежали, А, он кстати, так... вот после этого... А, ну, извини, я тебя опять перебил. Соли, я читаю там просто. Все, мы готовы. Извини, Олег, договаривай. Да, ну а чё, ну он как бы упал в шахту, ну как бы, но он был жив. И типа на него все хер забили, типа убежали по домам. Ну, типа, он сдох из-за того, что помощь вовремя не приехала. Ну да, типа на него все хер. Типа, у мамку Найс. меня отругает, надо убегать домой. Вот, и после этого, короче, вот, в Жуковском преподавателя обвиняют в сатанизме. Это вот, типа, про эту преподшу, про которую я говорю. Что она, типа, там... Пентаграммы на химии. вот, они пишут, в результате действия там учителя, там, имя, фамилия, да, у детей стали наблюдаться следующие психические проявления. Нервные срывы, замкнутость, страх, депрессия, подавленность, боязнь родителей, нежелание посещать уроки русского языка, литературы, приступы По-моему, ярости, агрессии, а также соматические реакции в виде рвоты, повышение темп... То есть это все от это того, что... переходный период у детей. Он, по-моему, у Да, там всех детей бывает. седьмой класс написано, что они были. Я не знаю. Ну, я не знаю, у меня были такие учителя, они очень любили хуесосить детей. Нет, да, я тебе говорю, я тебе сейчас покажу ее фотку, она никого вообще в жизни не бить, только своим лицом, Вот и это все. не Сейчас, я Своим тебе лицом. отвечаю. Что там с лицом? Ну, я тебе говорю, она жестко вообще Быстрее сюда выглядит. придите, чтобы... Сейчас я тебе покажу, как она выглядит. Она очень странно выглядит, я ее... Ну... Блин, меня не удивишь, у меня препод по товароведению, которая такая вена по ноге шла, жутко злая была тварь. Ну, в общем, вот, короче, ее фотки я в скайпе скинул. Сейчас. Давай, я уже расстегнул шириночку. Она очень странные Да очки ну, создает себе. нормально, просто Не, она ну... выглядит. Типичная бабуля. Хотя Но... нет, она знаете, на кого похожа? Она Гарри похожа. Поттера. Не, она актера, но какого-то.